Привет, друзья! 5 февраля в 7 часов 50 минут произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Водитель автомобиля Toyota под управлением 42-летний мужчина неверно выбрал скоростной режим, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом под управлением 49-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия автобус совершил съезд в придорожный кювет по ходу движения. В салоне автобуса пострадал пассажир, который был доставлен в больницу города Калининграда. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.